По крайней мере, вы спасли секретаря. Да, плюс мы нашли и уничтожили одного из сообщников 47-го. Он был не один? Нет. Они связывались по рации. Но по-настоящему нас встревожили итоги вскрытия другого убийцы. Он был клоном второго класса. Второго? Полнофункциональные человеческие клоны с ускоренным ростом. Они умирают через полтора года после взросления. Скажите, а насколько вообще распространено клонирование людей? Не могу сказать точно, но уверен, что через пару лет их будут тысячи. Что? Из-за вашего туполобого президента. Он хочет это узаконить. Только представьте, самое коварное оружие в истории человечества, и он рвется его узаконить. Но обыватели... Обыватели — идиоты. Клоны являются оружием массового поражения. Это мечта любого террориста. Но многие американцы за клонирование и... Надеюсь, это интервью заставит их передумать. Знают ли они о том, что 47-й убил сына Чеда Бинема? Что? На месте покушения находился наш лучший агент. Мы были готовы. Рада снова слышать ваш голос, 47-й. Мы начали волноваться, когда вы не вышли на связь. Мне просто пришлось уладить кое-какое дело. Если интересно, у нас есть для вас крайне деликатная миссия. Угу. Мне всегда интересно. Жду подробного описания. Здравствуйте, 47-й. Вы отправляетесь в скалистые горы. Порномагнат Лорн де Хевиленд шантажирует сенатора Бинема, используя кассету, на которой записан сын политика Чет. На кассете Чет слишком грубо заигрывает со стриптизершей в одном из принадлежащих Хевиленду клубов. Это свидание стало для девушки последним. Сейчас сенатор Бинем добивается переизбрания на новый срок. Это видео может стоить ему карьеры, равно как и дальнейшие выходки сына. Наш клиент желает убрать Хевиленда и Чеда. Он также просит добыть кассету. Клиент устроил так, что Чед окажется на вечеринке, которую Де Хевиленд организует в своем горном особняке. У нас есть недавняя фотография Чеда, однако Де Хевиленд стесняется камер. Его самый свежий портрет был сделан 10 лет назад. Это непростая задача, 47-й. За территорией поместья мало кто смотрит, но в доме будет полно охраны. Всем привет, дорогие подписчики, зрители канала и гости нашего канала. С вами снова The Dog Father, и мы тем временем играем в Hitman Blood Money. Давайте выберем оружие. Нам нужно устранить какого-то старика, его сына, а также украсть пленки. Так, ну это улучшение я не буду делать. Два пистолета мне не нравится, когда у Хитмана два пистолета. Я улучшу патрончики и улучшу дополнительное снаряжение, если у меня еще позволит финансовые... Нет, не позволяет. Хорошо. Так. Дополнительные патроны, приклад. Вот это все купим. Теперь подставим. А, все стоит уже. Да. Улучшили дробовик. С собой я возьму пистолет. И вот думаю, что еще взять. Может, из стандартного что-то взять. Desert Eagle. Слишком громкий. SLP-40. Silencer. Слишком малоубойная сила. Это тоже такой. Скорострельность низкая. Точность низкая. Автомат SAF. SLP-40. Ну там куча таких SLP. Все ходят с ними. В принципе, мы его добыть без проблем сможем. Вот гвоздомет я бы взял. Но брать я его не буду. Ладно, возьмем автомат, пожалуй. Он у нас глушителем. Я думаю, пригодится. М4 нам некуда складировать. Снайперская винтовка нам не понадобится. Дробаш тоже я в руках не смогу таскать, поэтому начнем миссию уже. Не будем тянуть кота за яйца, как говорится. Лорд де Хевиленд и Чет
Бином. Вот их мне надо устранить. Еще какая-то третья цель под вопросом. Я помню, это какой-то тайный агент, там внедренный баба. Ее надо убить. Итак, погнали. Сразу бежим за скалу эту. Там есть проход для избранных. Собственно, им мы и воспользуемся. Добрый вечер. Выключаем свет. Забираем пистолет SLP-40. Отлично. А этого гражданина, я думаю, мы перекинем через этот забор. Предварительно, конечно, мы заберем его костюмчик. Через перила закидываем. И типа его никто не видит. Ну, конечно. Ладно. Отключим лазерные сенсоры. И поедем на лифте вверх. Или на лифте. Как правильно? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если кто-то вообще смотрит это видео. Этаж для обслуг. Я как этот Буч из Криминального чтива, не знаю, что выбрать. Пистолет, удавку или автомат. Вот здесь, я думаю, мы будем тупо зачищать. Всех будем убивать. Добрый вечер, господин. Сначала я всех убью, а потом заберу вот эти все пистолеты и прочее снаряжение. Ой, как я долго эту миссию пытался пройти, вы не представляете. Просто я мучил себя несколько раз, несколько десятков раз. И вот сейчас я надеюсь пройду эту миссию. Давайте вырубим свет, чтобы трупы лежали в темноте и в одиночестве. Странно, свет не погас. Я думал, он везде погасит. Приходится вручную выключать. Забираем пистолеты. Так, подождите. Что у нас здесь? Ага, выход наверх. Хорошо, вроде больше никого не осталось. Мы всех нейтрализовали. Однако тревога до сих пор поднята. Так, давай-ка ты не будешь здесь лежать на видном месте. Давай мы тебя вот сюда куда-то разместим. Знакомься, это твой новый напарник. Вы вместе здесь полежите, пожалуйста. Так, свет я не могу выключить, да? Печально. Давайте погасим его. Экстренное выключение света, как говорится. Так, как так не попал? Так. А у тебя есть пистолет? Есть. Давайте его тоже скинем за перила. А, я не могу его скинуть. Да, точно не могу. Ладно. Погасим свет.
Короче, я так понял, когда темно в комнате, они не видят трупы. О, еще один пистолет. Чуть не проморгал. Хорошо, идем наверх. Вроде всех убили, все забрали. Да. Одежда официанта. Но она нам не понадобится. Все, вроде все. Пойдемте, ребята. Нам надо устранить все цели. О, сколько ножей. Бери, не хочу. Будем кромсать всех. Это что такое? Сосиска. Зачем здесь сосиска? Вот я не понимаю. Как ее можно использовать? Представитель Файтера заявил, что служебная записка... Дедушка Мороз, Санта-Клаус. Давай мы. А также к ряду других нашумевших дел, где также... Ой-ой-ой, как кровище брызнуло на стены. Вот это реализм. Все как в жизни. Переоденемся. И оттащим этот труп в тот ящик. Про каких-то ублюдков по радио вещают. Все, теперь можно обратно переодеться. Или так пойти, не знаю. Все-таки я думаю, лучше переодеться. Хотя в костюме Деда Мороза нас никто уже не запалит. Но... Блин. Но мы не сможем проходить в комнаты, где охрана царствует, так скажем. Зачем эта комната здесь нужна? Вы объясните мне. Если я здесь ничего не могу взять, никуда не могу пролезть, зачем она здесь стоит вообще? Ну, здесь я мог бы перепрыгнуть, но они меня все видят. Поэтому этого делать мы не будем. Давайте лучше я переоденусь. Подождите, это что за комната? Афродизиак. О, можно его вот таким вот образом добыть, оказывается. А вон еще один на полу стоит. Чик, и свет погас. Так-так-так. Пойдемте. Куда-нибудь. Честно говоря, я не знаю, что мне делать. Добавить этот афродизиак этому ублюдку. Блейк, или как там его зовут. Блин, почему на меня так все смотрят подозрительно? Еще этот афродизиак добавлять-то сложно. Иногда бывает так, что они палят тебе, мол, ты что делаешь? Ах ты тварь, достают пушки и начинают стрелять. Ты что здесь сделаешь, мужик? Что, свет выключал? Мы что, так и будем играть? Эй, кто вырубил свет? Чувак, перестань. Ты мне... Ты меня нервируешь. Так, выключай свет. Сейчас прирежем урода. Нет, не прирежем, оказывается, их здесь двое. Ну просто замечательно. Хорошая игра. Симулятор выключения света. Что это за звук? Что это за звук? Вот сейчас положить бы их обоих здесь.
Ладно. О, еще один выключил. Напоследок. Пойдемте дальше. Тут у нас есть еще один проход наверх. В принципе, нас никто не должен запалить в такой форме. Блин, куда я пришел? Я, ребята, честно вот говорю, я не знаю, куда мне дальше идти. Что мне делать? Этот хмырь там еще плавает в своем джакузи. Грейтбулки. А на меня все таращатся так, как будто я какой-то карлик из цирка. Прям так смотрят. Прям я не знаю. Что я такого сделал? Такой же ублюдок, как и они. Такой же накачанный. Такой же белый. Тоже очки ношу. А давай уже уходи отсюда. Балкон какой-то. Надо здесь экстренное выключение света сделать. Я вам говорю. Источника света нету. Блин, еще лампа. Да, блин. Эх. Не успел я выключить ее. Да что ты смотришь на меня? Иди отсюда. Сволочь. Выключаем свет. Проходим в комнату охраны. О, сбежались там они. Здесь выключаем. Я выключил свет. Нашли труп. О боже. Они нашли труп. Как это ужасно. Здесь тоже выключим. Здесь тоже надо выключить. Пусть они бегают, не знают, что делать. Выключают, включают. Опа. Видите, он труп не сразу обнаружил. Потому что свет я выключил. Давайте оттащим их отсюда. В эту комнату. Да что такое? Почему она не открывается? Блин, лишь бы сейчас никто нас не увидел. Ладно, достаточно. Да что ты... Да господи, ну давай, 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 чувак, тащи, тащи. Отлично. Продвигаемся дальше. Где этот старый хрен ходит, я не понимаю. Перезаряжаем наш ствол. Надеюсь, он здесь. Привет, ты не видел? Эй, тебе тут делать как-то нечего. Нечего. Твою мать. Еще кто-то хочет? Сейчас бегутся.
Да что ты? Стреляй! Вот, ёлки-палки, откуда ты взялся? Ну все, сейчас сбегутся, я вам отвечаю. Нет, тревога спала. Он отсюда прибежал, определенно. Значит, он видел те два трупа, но не сообщил о них. А если он услышал, значит и другие услышали, нет? Хотя отсюда он как... Как он отсюда мог прибежать и услышать? Здесь два пролета. Два этажа примерно. Нет, он где-то явно стоял, и я его не заметил. Ладно. Смотри, там еще кто-то стоит. Сволочь. Все, все пистолеты собрали. Блин, эта маскировка здесь не подходит. Надо оттащить трупы, чтобы дверь закрылась. Собственно, надо найти новую маскировку. Давайте у него позаимствуем. Вот отлично. Да что ты не закрываешься-то, а? Господи, сейчас каждое тело надо оттаскивать теперь. Ну закройся, пожалуйста. Неужели ты мешаешь? Ну? Что за херня? Это просто неуважение, оскорбление. Я уже всех оттащил. Ну все, слава богу. Теперь эта дверь не закроется. Вот так все. Так, эти там что-то снимают, значит они не в курсе, что здесь произошло. Здесь уже охраны, в принципе, нету. Вот и кассета, которую нам надо было достать. Здравствуйте, 47-й. Да. Теперь надо забрать кассету, где нас записали. Ее здесь нет. А где она есть-то? Ладно. Пришли еще куда-то. Где этот плейбой ходит? Со своей маленькой псиной. Вот. Заткнись. В газетах будут писать: собачка погибла при невыясненных обстоятельствах. Блин, а где кассета, где меня записали на видеокамеру? Хорошо, забрали кассету, убили плейбоя. Значит, нам осталось убить сынишку и забрать кассету, где нас записали на видеокамеру. Потом забрать свой костюм и смыться отсюда. Хотя костюм мы точно не заберем. О, труп притащили.
А, вот здесь. А, мы ее уже забрали. Ребята, я забыл. Как-то светло здесь. Нельзя в лампочку. Ладно. Мы уже забрали. Значит, надо нам убить сынишку. Осталось убить сынишку. Который сбивает женщин. И смыться отсюда. Вот я не знаю, нас в костюме нашем будут палить потом. Вряд ли мы его заберем. Это будет сложно, наверное. Можно, но сложно. Вот отсюда он упал, его тащили так долго, походу. А где этот сынишка ошивается? Он там в каких-то комнатах приватных сидит. Как мне туда попасть, я, если честно, не помню, не представляю. Ой, зря я здесь свет выключил, сейчас начнется опять. Так, одежда Санта-Клауса, зачем я ее одел-то? Не, лучше переодеться. Все-таки это VIP одежда. Одежда VIP-охраны намного лучше. У нас тревога. Такое ощущение, что нас кто-то палит. Прям жестко так. Где этот? Вот он, вернулся. Он как-то вот сюда идет, идет такой, заходит сюда. Что у нас здесь есть? А, вот, вот, вот. Да, именно здесь. А вот эта баба. Видите, у нее на левой булке жопы татушка. Мужики такие рохли. Это что? Все. Она мертва. Подослали казачков, видите? Хотели нас устранить, нейтрализовать. Пилочкой хотела нас убить. Я прям как маньяк-убийца. Оставляю свою фирменную фишку на месте преступления. Это обойма от Сильвербойлера. О, добрый вечер. Кстати, ты мне как раз таки и нужен, чувак. Ладно, давай иди там, куда ты хотел идти, а я за тобой. Нихера у него спина перекачанная. Я так полагаю, ты погибнешь так же, как и твой отец. Полетай. Все, осталось нам смыться. Делов-то, ребята, только смыться. Ой-ой-ой, здравствуйте. Вы что здесь делаете, товарищ агент? Прям спавнится, как мистер Смит в Матрице. Такое ощущение. Что-то у него из жопы там потекло. Вроде стрелял в голову. Так, никого. Это радует. Осталось нам смыться. И все. То есть никаких приключений нам на свою задницу белую. Что это? Поговорит с фотографом. Эти цыпочки для меня высшая лига, пока я не беру в руки камеру. Вот тогда они мои... Они готовы на все. А что у тебя с голосом-то? Тебе что, в детстве прищемили яйца дверью? Так. Нам надо уйти отсюда. Уйти, насколько я помню, надо через верхний этаж на вертолете там каком-то. А как туда попасть мне, я не представляю.
Так надо опять возвращаться куда-то вверх, 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 вверх. Пирс. Зачем мне на пирс? Я в самый низ поехал, что ли? Ой, блин. Ну ладно. Посмотрим, что здесь на пирсе есть. Раз уж мы здесь, может быть, нам забрать костюм? Давайте эвакуируем оружие. А нож можно эвакуировать? Нельзя, жалко. Я бы его на каждую миссию брал бы. Взяли костюм. Вот теперь начнется интересное. Я надеюсь, мы сможем избежать встреч с различными непонятными персонажами. Ой, блин, надо было этот темп тоже эвакуировать. Ну ладно. Кто это туда зашел, я не понял. Что здесь делаешь? О, сразу тревога спала. Неужели ты бегал за нами по пятам, следил за нами? Хотел убить 47-го? Ну да. Желаю удачи, ублюдок. Все? Больше никого здесь нет? Давайте эвакуируем тогда вот этот пистолет и вот этот ТМП. Сосиску не будем эвакуировать. Эх, жалко, нож я не могу эвакуировать так же, как и прочее оружие. С собой его тоже забираешь, но он не появляется. Ладно, поехали дальше. Так, ну здесь мы всех поубивали, нужно дальше идти. Где эта дверь? Так, не та. И та дверюшка. Вот это нам нужно. Наверх, наверх. Постоянно наверх. Так, здесь. Здесь тоже наверх. А вот потом куда идти, я, честно говоря, не помню. Блин, это не то место. Как мне теперь наверх поехать? Где здесь? Ой-ой-ой. Эй, тебе тут делать нечего. Хорошо, чувак, я ухожу. Пушка! Пушка. Зарифмовал бы я сейчас слово пушку. Да не буду этого делать. Неужели опять сейчас мясорубка начнется? Столько людей убили. Ах ты, Питер. Ой, все. Все, сейчас все сбегутся. 100 племен обрушились на нас. Войска со всей Азии. Но в этом узком проходе их численное превосходство теряет всякий смысл. Здоровье уже на пределе. Я не знаю, как проходить миссии
тихо и без последствий, без вот таких вот геноцидов. Просто я не понимаю. Мне осталось только сбежать, но почему-то вот все пошло наперекосяк. Ну посмотрите, это геноцид. Ты все видела, ты тоже. Блин, опять еще один бежит. Ну блин, ну что мне делать-то, а? И он даже... Блин, патроны кончились. А нет, я выбросил пистолет. Или он сам выбросил, потому что патроны кончились, не знаю. Здоровья вообще нету. Господи, сколько мертвых тел. Еще здесь кто-то жив остался, вы видите? А кто именно, я даже не знаю. Но точно кто-то остался жив, потому что он пушку прячет за спину. Блин, я это не хотел делать. Да нет, нереально так каждый труп оттаскивать. О, нет. Сволочь. Вот зачем он туда прибежал? Ой-ой. Короче. Я думаю, эта миссия опять будет провалена. Извините, ребята, не оправдал я ваши ожидания. Очень сложно играть на уровне профи. Так бы я бы хоть мог сохраняться, где мне удобно. И, собственно, продолжать миссии с тех моментов, где меня убивают. Но... На уровне профи это постоянно надо начинать с самого начала. Прям с самого начала. И невозможно играть. Просто даже отпадает желание играть. Когда какой-то урод... Кто здесь живой? Я не понимаю. Когда какой-то урод тебя палит, вот как сейчас, и вот такая мясорубка получается. Кто-то явно жив. Сделаем по-другому. Поставим бомбу и взорвем ее. Я думаю, взрывной волной убьет всех. Когда не помогает сила, в ход пускают магию. Все? Да, все. Свидетелей нет. Ой, господа, сколько свидетелей, вы... Блин, зачем я это сделал? Мне ж теперь надо всех поубивать. Просто всех. Это просто баня. Мясорубка. До свидания. Так, это что было? Вы это видели или это только я видел? Как будто какой-то чувак стоял. Ладно. Будем последовательны.
Извините, ребята, но вы как бы потенциальные свидетели, и вы все видели, поэтому мне придется всех убить. Да не ори! Так удобнее. Я вот не понимаю, почему они все сидят, задрав руки вверх, ну вот кроме этого деда. Почему они не пытаются убежать, как-то накинуться на меня толпой, обезвредить? Они просто лежат и ждут своей смерти. Эх, устроили мы баню. Кровавую баню. Ой-ой-ой! Нет, 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 нет! Пожалуйста! Еще один, еще один! Фу! Фу! Господи, это было близко к провалу. Я уже боялся. Я уже все думал. Я уже думал это все. Как это ты ни при чем? Ну вот как ты ни при чем? Никто тебе не поможет. Фу. Я все думал. Миссия провалена. Думал опять заново играть. Я бы через неделю опять бы ее запустил, потому что это просто выматывает. Проходить одну и ту же миссию постоянно на записи, и надо ее пройти идеально, как бы. А сейчас я уже не заморачиваюсь, мне надо ее просто пройти. Не обязательно идеально, а хотя бы просто пройти. Надо устранить всех свидетелей. Все, вроде бы никого не осталось. Ой, ой, еще есть люди. Еще много людей. Интересно, что будут писать в газетах. Ух ты, спряталась. Ты бы все рассказала копам. Ну что, этот этаж зачистили. Можно, в принципе, сваливать. Я говорил, надо было не брать этот сраный костюм, а просто бежать в костюме VIP-охраны, и такого бы не было, наверное. Вот заметил нас какой-то урод, говорит, мол, ты что здесь делаешь, тебе здесь не место. Достал ствол, начал что-то нам угрожать, говорить, и пришлось всех поубивать. Блин, ну как отсюда выбраться? Я не знаю. Пожалуйста, спасите меня. Ой-ой-ой, ну надоело уже мне это все. Неужели это проход? Нет, это не проход. Это не то, куда нам надо. Господи. Да как отсюда сбежать? Нам нужно наверх, на вертолетную площадку.
О, кажется, это. Да. Фу, слава богу. Сейчас еще придется людей убивать. Там наверняка много охраны. А здоровья у меня вообще нет. Надеюсь, я справлюсь. Одежда умирает последней. Блин, я хотел взять автомат, оказывается, я все эвакуировал. А патроны на сильвер-бойлере закончились, твою мать. Косоглазый ты урод. Теперь шуметь придется. Так, собираем кухонный нож. Какой красивый плакат. Короче, ждем. Ждем кого-нибудь и бросаем ему в голову этот замечательный кухонный разделочный нож. Ну что, где вы там? Нам осталось просто сбежать. Блин, ребята, лишь бы меня не убили. Если меня убьют, все. Я не буду снимать Хитман вообще. Ах, твою мать, двое. Ой-ой-ой, промазал. Хорошо, у них плохая реакция. Наверное, поэтому их так много. Наплодились. Все, это все. ТМП, давай сюда. Наверняка это все. Так бы они прибежали бы еще. Оттащим трупы, чтоб дверь закрылась. Господи, такую кровавую баню мы устроили там, на этаже. Столько мирных людей полегло. Я просто мясник какой-то. Но я не хотел реально этого делать. Вы сами все видели, я вышел на балкончик, и они все там стояли и увидели нас. The nurse, сестра. В смысле медсестра. Че, не могу забрать этот ствол? Ну ладно. Нет, забрал. Фу, сейчас самая важная точка в этой миссии. Нет, все, никого нет, отлично. Можно сбегать. Зато эвакуировали костюм, ребята. Зато сколько лишних жертв. Лучше бы я оставил этот костюм там. Минус 5000 было, чем сейчас. Минус 30, 40, сколько там не дадут. Всего убийств 87, сделано 169 выстрелов, попало в цель 116, убийств в ближнем бою 2, несчастных случаев 2, выстрел в голову 76, тело найдено 6, прикрытие разоблачено 2, свидетелей нет, записано на камеру нет, шум 2, насилие максимум, ваш рейтинг спятивший мясник. Вот так вот. Спасибо, что были с нами, дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал.
Ставьте лайки. Увидимся в новых сериях. А вы можете пока почитать газетку. До скорого.